Штрафы почти на 2 миллиона рублей. И это только за нарушение при госзакупках. Региональные антимонопольщики провели пресс-конференцию. Основные темы – контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и закона о рекламе. Главная цель – рассказать о существующих запретах и ограничениях, предупредить нарушения. Послушать могли все желающие. Отмечу, что это уже третье подобное мероприятие. В будущем запланировано еще одно. Все проходят в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. По 2018 году в первые полугодия возбуждено 18 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Наложено штрафов уже 10,5 миллионов. По рекламе возбуждено 65 дел. Выдано 48 предписаний, 38 предупреждений. Наложено штрафов 1 242 000 рублей.